А эту и другие игры вы можете купить в магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Alex Fresh. Мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить карту Алматинская область, которая пройдена на 24%. Итак, мы сейчас, по-моему, двигаем куда-то, то ли в карьер, то ли черт его знает куда. Нужно сейчас посмотреть. Ой, колесико снова делается. Так. А, ну тут, в принципе, дорога у нас нормальная. Просто длинный маршрут и все. А так никаких приключений у нас, в принципе, быть не может. Абсолютно. Ну, отлично. Отлично. Так, тогда запускаем движок. Сколько время? 6 утра. Я перематывал только что, но просто смотрю, как-то темно все равно. Сюда. Подходит? Ой, не. Близко. Вот чуть-чуть расстояние выдержим. То он как бы продолжает у нас биться. А это не сильно хорошо, потому что нам-то его ремонтировать еще придется. И непонятно, с одного раза мы сможем, не сможем. Так, нам сейчас главное вот эти повороты проехать. Неудобные, так сказать. Все в порядке? Ага, он походу за центр цепанулся, да, или за что? Ёпты. Твою мать. Конченый знак. Ну, в смысле то, что сзади грузовик врезался, то пофиг. Я вот просто то, что я в знак уперся и назад отлетел. А может, ты не будешь рулить сюда? Чувак. Ну ты серьезно? То есть не смог вырвать его оттуда. Долбанный кусок говна. А куда его тянуть тогда? Чтоб он проехал прямо, а не поворачивал в стену. Ну, наконец-то. Он тут сейчас в камень будет поворачивать. Это, в принципе, логично, но по камню будет проще, чем по той стенке, я так предполагаю. Ёпты. Блин, снова в знак въехал, зацепился за него. Видели, да? Его аж трусить начинает. Ну, в смысле, масса наш начинает трусить. Даже смотреть не хочу, что там происходит. Просто буду ехать. Все? Мы буксуем? Слушай, а может первую давай? Тяжелый, падла. Ты реально тяжелый. Его потянуть не могу. Сейчас я тогда спущу вниз этот прицеп. Пойду заберу ту хреновину. А чё он такой тяжелый-то? Открепить. Весело. Хорошее начало у нас. Ну, знаете, я предполагал, что он может опрокинуться, но я думал, что его будет легко тянуть. То есть к этому я был готов, но к тому, что мы его не сможем потянуть за собой, к этому я не был готов. Он прям намертво сидит. А, слушайте. А не может ли быть такого? У нас же знак, по-моему, мы в него въехали, он отлетел под нас. Не может ли быть, что он там сейчас под ним лежит и держит его? Так, ну, как минимум знак я вижу, народ. Вот он лежит под машиной. Или это не знак? А, нет, это не знак. Я думал, то знак лежит. Вот эта вот фигня. Оказывается, не знак. Будем кантовать? Пипец вес, конечно. Колесиком уперся, все. Давай, камень проедь. Или проползи на бочине. Так, теперь. За жопу нужно его цепануть. Немножечко. Все, максимум. Отлично.
Ты орешь, что ли? Видели, что он творит? Он просто передним колесом упирается, на нем проворачивается в разные стороны. Еще и колеса собака вывернул так, чтобы мы не могли его развернуть. Заметили? Как интересно реализовано все это говно. Так, по-моему... А, нет, все нормально, высрали. Думал, мы его поглотили окончательно. В смысле, так я за верх цеплял, а лебедка где-то снизу была? Это как? Я же за верх цепанул. Или оно вниз перецепилось? Ну вот, за верх. А лебедка где-то снизу стояла. Капец. Просто капец. Так. Ну чё, пора ставить его. Если бы у него колеса прямо стояли, но он бы нормально стал бы на колеса, достаточно быстро. Но вот эта вот фигня наша постоянная проблема. От того, что он куда-то руль вечно крутит. Не в те места, куда нам было бы удобно. У нас единственная сложность будет, это получается, наверное, по городу проехать. И все. Дальше он уже, наверное, ничего не вычудит. Я так думаю. Угу. Так, я понял. Прицеп тогда вот так бочком цепану, потому что вокруг этого столба мы не объедем никак. Поэтому нужно цеплять с такого угла, чтобы мы смогли вместе повернуть перед столбом. Есть. Цепляем вот так. Немножко подтянем поближе. Блин, у него тормозов нет вообще. Раньше машина сама тормозила, даже если заглушена. Сейчас она вообще не тормозит. Сейчас ей пофиг. Так, вот тут по городу мы проехать не можем, то есть нам нужно. Блин, а мы вот сюда хрен повернем из-за деревьев. То есть, как вариант, мы можем поехать вот сюда, и вот здесь нормально повернем, потом хлоп в город, тут направо хз, сможем вывернуть, не сможем, и тут по-любому, наверное, сможем. Короче, что так говно. Поехали пытаться сюда через город, потому что там что-то у меня... Мне кажется, мы на то же самое можем напереться. Наткнуться, напереться. Так, поближе поверну его, но нужно не слишком близко, чтобы он мог хотя бы иногда поворачивать. Отбойник, надеюсь, он его переедет. Ёб твою мать. Серьезно, ты его переехать не можешь? Чё он его переехать-то не может, отбойник? Мы, блин, на Ярике можем отбойник переехать, а эта хреновина восьмиколесная не может его переехать. А тут этот жербай еще стоит. Чё нам с жербаем с этим делать? Вы же понимаете, что он сейчас в него врежется, мы его с собой повезем, этот жербай. А он нас потом остановит. Или мы проедем, как думаете? Если б я знал, что спереди вон те ящики не недвижимость, я бы поехал прямо. Даже с учетом этой ямы. Но у меня нет такой информации, что это не недвижимость. Так, мне нужно максимально взять угол поворота, просто максимальный. Чтоб это говно, которое сзади нас, чтоб оно смогло повернуть, чтоб мы его не отцепляли. Но, в принципе, по затраченному времени я уже могу сказать, что нам проще было за ним съездить отдельно, а не тянуть его вместе с прицепом. Я с вами полностью соглашусь, кто об этом скажет. Ну как бы что есть, то есть. Даже смотреть не буду, вдруг проедет. Он не проедет, конечно же.
Что, проехал, что ли? Ни хрена себе. А, нет, все, приехали. Между деревьями застрял. Вот это наша любимая, кстати, тема. Это что, он между деревьями застрял, или я уже по коллизии уперся? Там вроде было еще несколько сантиметров. О! Ёпта, жига. Так, жигу нужно, чтоб... А, он объедет жигу. Тут можно было повернуть, но не знаю, куда бы мы попали. Повернуть направо не могу. Тяжело. Так, где я собрался поворачивать? То есть вот здесь я собрался поворачивать, но по карте здесь прям идеальный поворот. Но вот я сейчас на него смотрю, я понимаю, что ни хрена он не идеальный. Вообще. Так, а нам, если мы повернем, то сюда как бы норм ехать. Ну как бы не норм, а туда и нужно. Так, но нам остается надеяться только на одно. Что этот забор — это не недвижимость. А, в смысле, тачку можно подвинуть? Серьезно? Прикол. Ой. Я думал, тачка недвижимость, я всегда так думал. Так, но заборы, честно, я реально не знаю, недвижимость, не недвижимость. А он не впишется, там дерево. Дерево помешает ему. А-а-а, забор недвижимость. Но он сейчас упрется так же, как в прошлый раз. Короче, я цепляю, погнали с прицепом, ну его в баню. Мы просто теряем время, впустую. Сейчас отвезу и приеду за ним. Или подвезу хотя бы вот сюда, протяну через эту деревню, через город, чтобы мы могли ехать дальше. Ну, потому что это мазохизм. А, тут еще и выехать нельзя. Ёпты. А как мы тут ездили? Вот тут проезжали, что ли? Капец. Но я здесь проеду, в принципе. Этот забор точно должен ломаться. Да. Думал, врежусь. Так, открепить. Сейчас заодно заправлюсь. Ёб твою налево. Отцепись от меня, пожалуйста. А что здесь на складе у нас? Бочки с топливом. Надо куда-то бочки с топливом еще. Просто если вот, например, сюда нужно, я бы сейчас мог бы привезти. Или отсюда со склада какое-то говно вот сюда. Как бы прицеп-то везем по миссии. Сейчас, короче, привезем грузовик, нужно будет чекнуть. Может, что-нибудь завезем. Как раз пятерка у нас, как бы... Какого хрена? Я нажал C, а мы что-то там непонятно что сделали. Ну, четвертая. Вот на четвертую он начинает более-менее ехать. Третья прям как первая. Фасолька. Супермаркет. Ой. Что-то я перебрал немножко с углом. Так, нужно его цепануть так, чтобы его обвести вокруг этого забора.
По-моему, тут машина стояла. Или мне приснилось? О, я могу за центр взять его. Давайте за центр, наверное. Все, лебедка закончилась. Не, ну что-то просто не хотел ехать. Но этого будет достаточно однозначно. Ой. А, едем. Задние колеса проедут, нет? На Борова похож. Помните, вот Боров у нас есть. Да, похож на Борова грузовик. Хотя, знаете, нет, наверное, не буду брать груз туда. Почему? Потому что... Сейчас мы, конечно, посмотрим еще раз, но, по-моему, нам там ехать 2 метра. Что с гаража сюда, что туда ехать. Поэтому можем на любом грузовике с прицепом, когда нам нужно съездить. Так. В принципе, да, что тут нам сюда съездил и... Ну, тут как бы, да, не совсем близко. Ну, ладно, давайте посмотрим. Не американские горки. Так, это текущая миссия. Трубы горят. Ну, пусть горят, мы тут фиг поднимемся. Не, хотя на самом деле можем подняться. Да даже на Кразе, наверное, можем подняться. А где трубы брать? Ого, далеко. И то, небось, производство нужно. Водонапорка будет. Неужели воду снова возить? Пункт назначения. Бревна. Кстати, я не видел лесоповала. Краны, пилы, три бревна. Интересное название. Длинные бревна. Понятно. Игра не стоит свеч. Гену притянуть. Оттуда. О! Мы знаем следующую миссию. Игра стоит свеч. Так, а что здесь у нас? Высокое седло. Блин. Нам нужно будет туда съездить на мазе. Прям вот отсюда как раз будет. Маззаряженная тачка. И мы как раз можем эту строительную платформу с высоким седлом цепануть и поехать. Высокое седло. Так, короче, игра не стоит свеч. Вот не на своем месте нужно будет сделать. О, нифига, это доступно сразу. Крутяк. Прикольно. Так, не на своем месте. Но это работа для этого, для БТРчика. Он валяется, топливо сейчас заправим и можно будет поехать. Так, будни ячейки можем лупануть. Не на своем месте и вот эту вот фигню притащить, строительную платформу. Так что мы сейчас эту надежную основу, или как она там называется, мы сейчас ее выполняем. Блин, грузовик стоит просто идеально. Чтоб застрять в этом столбе. Я прям вангую, что это сейчас и произойдет. Я его сейчас иначе буду цеплять. Чтоб он вырулил. Так, мы уцепанем вот так вот. И поближе подтяну. Просто, чтобы он хотя бы немножко повернул. То мне уже пора поворачивать, а он сейчас в столб будет ехать ровненько. Ой. Блин, он настолько урон легко получает. Он катился 5 км в час. Просто хлоп урон, хлоп урон. Так, все. Теперь можно цеплять по-нормальному. Расстояние, думаю, хватит. Повышаечка, поехали. Какого хрена сейчас произошло? А, я понял. Короче, знак достиг своей максимальной дальности. А грузовик на него наехал и, видимо, цепанулся немножко. Так, а куда мне ехать? Ну, явно не направо. Надо метку поставить еще одну. Вот сюда мне нужно.
Потом вот сюда. Хотя, блин, вот тут можно через лужу лупануть вниз и все. Поставлю метку здесь, а там видно будет. Да реально там через лужу можно проехать. Но я не знаю, возможно, мы в гараж еще вернемся один раз. ТПхнемся, чтобы поехать со свежим баком, так сказать. Туда. За негабаритом. А может сразу поедем? Может нам и хватит? А, не, нам в любом случае придется ТПхнуться, потому что грузовик-то придется этот по миссии отремонтировать, чтобы миссию как бы не забивать хрен на нее. Нужно будет как бы с ней закончить по-нормальному. Не трожь знак, пожалуйста. Объехали, охренеть. Объехали, замечательно просто. Удивительно, мы все пообъезжали. Ну просто впритык, бабах. Нет, проехал. Фух. Так, пятая передача. Где там наш съезд? Углы, конечно же, режем, чтобы повписываться везде. Тут прям будто срезать можно было вниз. Но проверять не хочется. Оу, 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 оу. Бабах. Так, я вас понял. Давай назад. Та штука деревянная, мне кажется, ее снести невозможно будет. Поэтому нужно здесь протянуть немножко и отсюда уже завернуть. И надеяться на то, что это прокатит. Или нужно было туда в канаву вокруг деревьев объехать. Так, вот эта елка недвижимость. Прямо перед нами. Ее трогать нельзя. Блин, он сейчас в эту березу въедет. Миллиард процентов. Без смс и регистрации. Он в нее нафиг въедет. Ну-ка, ну-ка, давай, стаскивай, стаскивай. Идеально, просто идеально стащило. Но он не опрокинется. Он нормально зацеплен. Так, а где я собирался вниз? Ну, явно не здесь. Но если что, на повороте направо можно поехать налево. Теоретически. Так, нужно немножко назад. Держись. Ну, блин, он сейчас заедет. Он сейчас просто возьмет и заедет. Нужно это дерево минуть. Ой. Норм. Заехал. Я думал, сейчас не смогу заехать. Нифига воротит как. Мощно. Так, ну вниз скакать пока что не будем. Нужно проехать немножко дальше. Главное, что эти две елки мы объехали. А вот тут сейчас мы посмотрим на этот спуск. Великолепный. Мне кажется, он может подойти. Ой, не. Там между скалами зажмет и все. Хотя вот здесь... Вот здесь налево идти можно. И по итогу мы въедем в лужу, и там поворот. По-моему, идеально. Погнали вниз. Ой, нифига там скала. Да насрать, да? Да насрать. Проедем. Только нужно брать запас. Чтоб он не успел провалиться. Потому что он тяжелый, падла. Вот, вот так вот мы спускаемся и тянем его максимально за собой. Сюда в воду. Чтоб он не ушел вот направо с этого положения. Иначе будут проблемы у нас. Ой, не въедет? Не, не въедет, уже объехали. Так, тут я беру очень жирно направо и выворачиваем. Ого. Налево. Не знаю, что это было. Может, прицепом, наверное, лапками зацепился за что-то.
Но тут сейчас мы, короче, круг почета делаем, чтобы нормально завернуть вместе туда. Вот так вот, оп. И все. Так. Что куда? Так, короче, прицеп туда. Эта хрень пусть на воротах стоит. Где она тут стоит? Ну-ка, пропадет, не пропадет. Но, скорее всего, цепится просто, и все, наверное. А, даже не отцепился. Открепить. Койма. Или кайма. А, я думал, зацепил уже. Все, едем. Тяжело ему ехать, когда лебедкой подтягиваешь и на повышайке разгоняешься. Не знаю, насколько он близко, но надеюсь, приближается. О, отлично. Все ближе и ближе. Нам его сейчас подарят, да? А, его нужно отремонтировать. О, еще один Гена. Офигеть. Сколько их здесь? Какая-то распродажа, походу. Генераторная. Так, ну у нас сейчас, как обычно, наверное, длина нам помешает, все дела. Ну и у нас технички, кстати. А, блин, у нас технички нет. Ну тогда много, наверное, не сможем. Так, плэт. Плэт это ты? Ты. Двигатель, бак. Так, а у нас 300 влазит, а нам нужно... Сколько мне нужно? ...546 на 750. Ну, считай 550, то есть 200. И топливо. А, так у нас все есть. Ой, набор для обслуживания. В смысле, где он? Вот это что ли? Нет? Или он у нас с собой? Да не может быть у нас столько барахла. Хз, что я сейчас заюзал? Что за набор для обслуживания? По-моему, у нас такого не было. Так, и заправить. Принять. Закрыть. Так, заглушить. О, прицеп пропал, отлично. Так, плэт. Ёпта, какая здоровая хрень. Эвакуация, принять на стоянку. Карта местности. Так, ну в принципе, я считаю, что нам всего должно хватить. Так, заправить. 1 литр остался. Все, 500 литров. Ой, не, заглушить. Не завелся, не завелся. Так, нужно мотануть время. У нас еще есть время? Есть время. Так, а где там эта сюжетная миссия? Это у нас? Не на своем месте. Строительная платформа. Как раз доставить сюда же. Мне ж не придется задом заезжать. Так, а спуск у нас один, как бы, да? Да? Да хрен с ним, поехали. Мы на мазе, черт возьми. Мы, черт возьми, на мазе. Ему насрать вообще. Ему насрать на все. Ой, а куда налево можно? Типа сюда и соскочить вниз? Типа офигеть, как срезать? Оу, блин, так а у нас тут выезда нет, оказывается. У нас тут только съезд вниз. Разрыв спирали. Вот собака. А вот это уже не очень. Но здесь такие углы, спуститься-то я могу, но вытащить его сюда нет. Вообще никак вытащить не получится.
А, нет, стоп. Чё-то я туплю. Я смотрю на карту, такой, ну спуститься я могу, а подняться не могу. Тут же два въезда. Просто один ближе. И все. Капец. Тормоз. Просто тормоз. Так, литр надо залить. Лишний. Парам-парам-пам. Все. Топлива официально у нас больше нет. Этого должно хватить. Хотя пока стояли на месте, мы уже просрали 1,5 миллиарда тонн литров. Так, сейчас порожняком хоть прокатимся. Давно уже порожняком не ездили. Тут даже объездик какой-то. Непонятно для чего. А, ну, наверное, для другой техники. А не для таких мазов. Это же мы сейчас будем, наверное, страдать, пока вниз будем ехать. Потому что столько камней торчит, мы сейчас морду просто себе хлебало все размажем. Я точно туда еду? Будем считать, что да. По-моему, нет. А, ну да, туда. Блин, нифига объезжать сколько. Ну ладно. С негабаритом тут будет интересненько. Хотя не габарит, это же просто прицеп. Это самое вот неприятное было, вот то, что мы делали максимально неправильно. Это когда мы сзади к прицепу прицепили грузовик. Вот это вот самая хрень. Гораздо легче было тащить тот прицеп за собой. А грузовик, чтобы был жестко закреплен. Потому что, ну... Потому что на каждом повороте грузовик поворачивать неправильно. О, вон кразик наш стоит. Совсем рядышком. Но так далеко, да? Рядышком как бы наискось, а далеко, потому что он оттуда не выйдет, мне кажется. Так, вот здесь направо. А налево вон там завал у нас. Типа. Ну не типа, а завал. Ой. Недвижимость это. Карьерная. Карьерная недвижимость. Нифига вылетел как. Таким и убить может. Тут БелАЗ нужен. Почему БелАЗ не добавили? А, подожди, у нас же Caterpillar есть какой-то. Типа БелАЗ. Но, правда, меньше. Размером как мазик этот. Все. Я просто не хотел в лужу въезжать, по факту вообще остановился. Проще было, наверное, по луже ехать. Мне сейчас кажется, мы пока вниз спустимся, у нас останется литров 350. Потому что ехать реально далеко, а мы постоянно что-то останавливаемся, что-то происходит. Едем некачественно, так сказать. Нужно ускориться хоть немножко. И нужно будет ту дорогу сраную сделать там, чтобы удобно было проезжать, потому что мы такие круги наматываем. А получается так, что у нас эта миссия сразу была доступна. Ну хотя может и не сразу, потому что мы достаточно так миссии выполнили, но мне кажется, могла быть и сразу. Мы же первый раз сегодня туда зашли. Бах. Я уже думал, мы реально не проедем. А. А мы и не можем проехать. Ёб твою налево. Как проехать-то? Давай в скалу. Нет. Тогда поехали налево. Просто в другую сторону нам долго придется выворачивать, чтобы проехать. Так, а в эту сторону? А в эту сторону более плавненько все. Мы в эту сторону сможем заехать. Вот вам и минус маза. Шестеренка такая огромная просто.
Так, минус подвеска. Не, мягенько прошел, даже не почувствовал. Думал, сейчас как воткнется. Так, вот это получается короткий проезд. Ну да, смотрите, просто вот, ну, какой круг мы сделали. Еще там морды уперлись. Вы взяли, проехали и все. Удар. Нет, тоже мягенько. Короче, здесь колеса, походу, неубиваемые какие-то. Он вот мордой, да, движок бьется. О, блин, точно. У нас же движок, наверное, уже мертвый. Надо отремонтировать. Я забыл, что у нас маста с этим, с обманом. Ну, подвеска я не знаю, насколько с обманом, но движок как бы мы нормально там уже ушатали. Я думаю, там полдвижка не было. Я что-то забыл. Я смотрю, типа, да, там еще много. И реально уже забыл о том, что он легко ломается. Так, ну здесь придется левее держаться, иначе мордой снова упремся. А хотя, не, не упремся. Блин, я тогда буду немножко аккуратнее ехать. А здесь куда? Типа наверх, чтобы не объезжать тоже круг? Но тут так себе вариант. О, мы уже внизу. Где она есть? Юг, тут камера. Ага, в ту сторону. В принципе, мы тут можем завернуть и подняться. Дорог тут хватает. А можем вдруг почета сделать. Только хз, откуда он будет начинаться. Сейчас мы зацепим, потом посмотрим. литров. То есть я ошибся. Я ошибся на полтос. Есть. Глушим. Карта. Так. Ага. Или через лужу вот так вот наверх потихонечку. А где эта лужа? А, вот сюда вот. Но учитывая нашу длину, давайте сделаем себе жизнь немножечко легче. Поехали по бревнам. Хотя я понятия не имею, какой там подъем будет. Может, там подъем конченый. Но тут как бы ближе. Но поедем подальше. Я думаю, там конченый будет подъем. Просто нам не придется сильно выворачивать. В поворотах будет немножко проще. Так, ну бревна как минимум есть везде. С виду. Это же, кстати, обычная пятерка. Как мы только что тянули, просто на ней сверху набалдажник огромный. А так это точно такая же пятерка. Согласны? Так, она повышаечкин сможет вывести или нет? Потому что на автомат явно он будет тупить. Повышайка может будет достаточно, чтобы подняться. Не знаю, сейчас посмотрим. Было бы прикольно, если бы на повышайке без остановки залетели наверх. Ой. Чё-то я косячить начал. Поехал не туда. Сейчас точно не вывезет повышайка. Не ползет. Нет, все, приехали. Жестко так дернуло. Я понял. А есть за что? Нет. Ну, тогда надо назад сдавать. Как бы пару вариантов есть. Или жестко взять влево и проехать так. Или вправо взять, чтобы он сразу начал наезжать на эти камни и проехал потом. Я пока что вот такой вариант. Посмотрю. Ну блин, если мы сейчас реально не поднимемся, придется ну, назад ехать и там, где изначально могли коротким маршрутом прокатиться. Заехал, да? Да, заехал, отлично. Я думал, уже не получится заехать. О! А я его не видел нафиг. Давай подтянем. Я его реально не видел. Может, его по версии нужно будет? Или он полный? Фиг знает.
Не, по миссии. По миссии цистерна. Потому что мы слишком близко к ней, и она до сих пор не открылась. Прикольно. Так, ну поехали. Вот тут, получается, нужно будет небольшой кружочек сделать. Объехать немножко. И все. Хотя, знаете, вот отсюда смотришь с этого ракурса. Этот огромный поворот можно было бы легко повернуть. Чего я засомневался, я не знаю. Мы сейчас наоборот налево будем поворачивать, на булыжник на этот наскочим задним колесом. Или проедем. Фиг знает. Должны проскочить. А, ну, цепанулся, но поехал дальше. Ей, назад не могу съехать, камень мешает. Блин, это проблема. Камень мешает. Надо будем перед ним поворачивать. Мы его переварить не можем. Слишком большой. Ну. Ползет, окей. Наезд. Мягенько. Так, 350 литров. Блин, на полтинник достаточно далеко проехали. Надо, наверное, повышайку, потому что пятая мне показалось, что начал замедляться немножко. Так, этот камень в повороте мне не нравится. Возьму чуть левее. Но, по-моему, прицеп все равно стаскивает на него. Сейчас хрен я сюда заеду. Это я вам говорю. А, ну хотя... Так затянем, значит. Да? Да, отлично. Об этом я не подумал, что может так затянуть. Замечательно. Не вывез повышайку. Хотя ехал на третий, должен был. А сейчас с первой вывез. А с третьей не вывез. Может, автоматик пока что сможет нормально разогнаться. Потому что дорога вроде нормальная, пока что подъема нет, он подъем фиг знает где. Так, что-то я не понял. Походу можно было отсюда выехать. А, это та фигня, которую я говорил, что стрёмная дорога. Блин, а отсюда смотришь, нормально выглядит. С того ракурса было как-то не очень. Интересно, интересно. Да, получается, можно нормально срезать. Так, давай, наверное, повышайку. Ой, повышайку, понижайку. Надеюсь, мне не придется какого-нибудь сюда еще одного маза тянуть, чтобы вытянуть этого маза.
Потому что мне кажется, он может не выехать, если мы куда-то неудачно наедем на какой-нибудь камень. Вот, например, как вот этот справа толстый лежит. Этот по центру, возможно, пропустим под колесами. Но лучше попытаться объехать. Потому что если мы на него сядем, тоже будут огромные проблемы. О, мы приехали. Ёлка! Ёлка! Так, а чем мы не можем подняться? Вроде бы нам ничего не мешало здесь конкретно. Давай тогда жестко уходить. Блин, на этот камень. Ну хрен с тобой, поехали через тебя. А вдруг проедем? Вдруг переварит? Где хз, где он делся? Ну где-то должен быть. А мы его все еще толкаем. Прикол. Так, ну мы поднялись. Мы уже, считай, поднялись. Блин, ну для какого-нибудь краза это может быть проблемой. Хотя у краза колеса такие, у него по высоте еще получше. Может, ему будет даже проще ехать. Но на мазе я тут себя уверенно не чувствую. Ты рядом проезжая, коллизия отрабатывает. Так, это последний? Да, это последний. Ну, тогда можно топтать. 274 литра. Ой, фига меня. Сдвинуло об камушек. Точнее, об скалу. Ну, тоже беспроблемная дорога. Там мы точно проедем. Но вот этот завал стоит убрать, конечно, а нам будет гораздо легче тут ездить. Просто использовать все срезы на максимум. И все. Тяжело, но идет. Вон там дорогу видно. Но мы вокруг объедем. Так, сейчас на пузо, наверное, сядем или нет? Не, впритык проходим. Наверное, потому что на мазике. Ехали бы на чем-то пониже. В размере колес. Типа на кразе было бы более проблемно. Да он бы, наверное, не вывез бы. Дури у краза хоть хватает, но он бы не вывез туда на подъем на тот. Где мы сейчас поднимались с таким грузом. Поэтому, знаете, даже хорошо, что мы на мазе поперлись. Единственное, что я бы поехал, наверное, на другом мазе. Который более управляемый, более короткий и с лучшей проходимостью за счет его свесов. На этом они только мешают. Слушайте, мы не проехали? Не, не проехали. Мы еще не доехали даже. Или куда-то дорога раздваивается куда-то. А, это типа съезд туда, а мы сюда. Капец. Да не, ну подожди, так. Направо, прямо, налево. А, это вот эта дорога. Серьезно? Натуре, понятно. Что-то я это тупанул как-то по карте немножко. Я смотрю, думаю, на карте две дороги расходятся. У нас три их. Откуда-то. Я думал, мы от той слишком далеко. Я думал, она где-то сзади.
Бедный не габарит. Я его тяну как мешок картошки какой-то. Так, это дерево опасное. Объехали. Так я даже не знаю. Поехали сюда. Прям в лужу сразу. Я ж надеюсь, мы не застрянем. Наверное, застрянем, да? Не, не застрял. Ну и по плитам проскочим. Че нам там скакать по камням? Так, а миссию надо проверить, нам что-то дадут за это или нет? А нифига не дадут, просто денег, понятно. Ладно. То вдруг там складик какой-то, еще что-то. Каз Минерал Дар. Ой, вон там еще один прицепчик стоит. Зашибись. Можно прицепить? Давай чуть дальше его протянем, потому что он мешать будет. Это хотя бы так. Там мы его так поставили, надо было реально жопой загонять. Хотя можем сейчас жопу его толкнуть. Загнать ближе к гаражу. И все. Подъеду сюда. Отмечу. Что, ничейный? Ничейный. Понятно. Так. Что я хотел? По этим миссиям хотел. Большой заказ. Доставить запасные части 8 штук. Нифига себе далеко ехать. Осадки в виде камней. Понятно. Так, пока что мы это оставляем. Из обломков и пепла. Пока что это нет. Будни ищейки. Блин, ну в принципе, почему бы и нет. Принять. Принять, принять. Вот у нас ищейка одна есть. 61% топлива. Я думаю, этого более чем достаточно нам. Поэтому на нем и поедем. Единственное, что я бы, наверное, этот... Мы эту точку пройдем, потом тпхнемся в гараж, и я поменяю резину, наверное, на сток. Мне что-то кажется, что эта резина не очень DLC-шная. Так, заправлять не буду. Ни с кого топливо сливать. Хотя у нас канистры еще лежат. Можно будет даже наоборот от себя слить туда. Так, куда я нафиг еду? А, вот дорога. Все нормально. Я заблудился. Ох ты, блин. Чуть не умер. Ничего, ползем. Я просто думаю, мы как раз от мазика пока что отдохнем, прокатимся на БТРе. Это миссия, в принципе, просто по катушке. Которые как бы ничего не просят, ничего не дают. Кстати, ничего не дают, это под вопросом. Не, ничего не дают. Так, это нам нужно на фигню вот эту доехать. Ремонтную, неремонтную. Бабах.
Так, поехали, сольем лишнее. Заправить. Так, верхний багажник. Заправим кого? Тузика заправим. А, я себя заправил. Ого. Ну, 85 литров. Думаю, этого будет достаточно. А, так тут можно даже не спускаться никуда, просто проехать. Поехали. Вообще еще лучше. Жаль, нельзя тут выбрать, сколько топлива залить. Так, или успех, или ошибка. Ты чё, мы тут не проехали? Если на Кразе тут проезжали, то БТР точно пройдет. Парам-парам-пам. Так, следующая точка у нас в жопе мира. Как туда попасть? А, вот по этой дорожке, я помню, мы заезжали направо наверх, по-моему. Так что ставлю так и тпхаемся в гараж. Эвакуация, принять, покинуть, поехали. По факту мы эту миссию могли реально сделать. Везде там бывали рядом. На разных тачках. И там, где проезжали, только что на БТРе, то есть там на Кразе катались. И возле той вышки проезжали пару раз. Фары светят, нет? Можно включить тель, уже светло. Ой! Эвакуация. Резину забыл поменять. Установить. Так, а наш хуже, да? А, ну только на трассе разница, тем более. Мне кажется, наша резина стандартная все-таки получше была, чем та, которую мы поставили. Потому что та какая-то странно себя ведет. Потому что на всех машинах, на которых мы вот катались, вот с этой DLC-шной резиной проходимость только ухудшалась. Внешне, да, прикольно, но... Реально оказывается не очень. Может на Акита, конечно, может там будет что-то топовое. В то же время, да, вот так вот взять. На Ярике была та резина? Или что у нас? Или цепи были? А, наверное, цепи были. По асфальту, типа, да, машина, как я сказал, прокидывается. Но прокидывается она тоже почему по асфальту? На асфальте она может опрокидываться от излишнего зацепа. Ох ты, блин, я забыл про эту хрень. Блин, а мы что-то страдали вниз, когда съезжали, да? О, так, а слева? Слева, 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 слева куча камней. Слева куча камней. А мы лебеднемся наверх и проедем. Чё думать-то? Ой. Я, кажется, увидел преисподнюю какую-то. Оп. Лебедочка, главное, чтобы она потянула нас. Давай, 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 давай. Давай, лебедочка. Оп, отлично. Так, пока что держим. Нужно перецепить вот сюда. Ну, давай, ты сможешь. Замечательно. Так, едем дальше. Интересно, мы будем эту дорогу делать или нет? Мы второй раз уже едем, и второй раз я на эту фигню натыкаюсь. Неудобненько немножко. Причем на БТРе второй раз. Хорошо, что я сюда с каким-нибудь негабаритом не попёрся. Так, я хз, как мы тут должны проехать. Тут вроде вот слева есть объезд, вон справа по лужам. Слева вообще тут... Каша какая-то непонятная, еще и корни
пеньки торчат, камни торчат, деревья лежат. Просто все накидали, все, что было в игре. Папку ассорти открыли, такие, давай, все подряд. Все, что есть. Сейчас перевернусь еще. Так, мы, получается, этой же дорогой здесь и поднимались, насколько я помню. Но я помню, что у нас были какие-то тут сложности или нет. С подъемом. Или не было сложностей. Сложности, наверное, были вот с этой ямкой. Наверное, лучше пораньше в нее съехать. Вот так вот как-то. Опасно. Ну, хоть он у него и автономка здесь, но все равно опасно. Цепей не хватает. А, слушайте, мы тут, наверное, на Ярике ехали. Может, мы на Ярике тут катались, а не на БТРе. Блин. Зараза. Он просто пытается налево уехать. Я во всю сторону вправо хочу, он влево хочет. Он такой, я против направо. Если что, лебеднусь. Чтоб он снова не поехал налево. О, он теперь избыточно направо дубасит. Как обычно. Так, ну что, точка есть, да? Да. И теперь нам фиг знает куда, в идеале поехать из гаража. Так, и, наверное, через город свернем вот здесь и вот сюда как-то доберемся. Потому что по асфальту тут круги наматывать, потом сюда, какой смысл? Так, эвакуация, принять, покинуть, поехали. Метров. Так-то далеко очень. По асфальту это гораздо быстрее получается. Хотя с нашей скоростью что по асфальту, что по грунтовке, по-моему, одинаково ехать. Но метры улетают быстро. У нас, я не знаю, метров, наверное, 300 останется, когда мы с асфальта будем съезжать. Заправляться я, конечно же, не буду. БТР, возможно, там где-то и бросим, потому что, по-моему, нам как раз на МАЗе нужно будет куда-то туда затянуть эти... Как их зовут? Генераторы. Вот, вдруг их придется заправлять, как раз можно будет что-нибудь слить. А, ну хотя мы заправим здесь, наверное, на заправке, на всякий случай, чтобы было. Если они не заправлены. Кстати, нужно будет реально не забыть эту фигню сделать. Это будет полезно. Потому что часто у нас в последнее время все остается. Все эти прицепы, которые мы привозим, поэтому можно будет удобно заюзать их потом, если они останутся. И их нельзя будет, например, использовать никак. У меня такое ощущение, что МАЗ ездит быстрее, чем БТР. А, нет, уже 350 метров. То есть метров 200 тогда будет, что ли? А, это до этой точки было 900 метров, понятно. А я что-то туплю. Думаю, нифига нормально дубасим. Чуть-чуть осталось. Так, но сейчас будет явно метров 300 еще.
Да, 300 метров. О, да, другое дело, нормальная резина. Дубасит по грязюке, как у себя дома. Вообще пофиг, даже передачу не сбросил. Так, ну тут, наверное, придется немножко объехать. Только объехать куда, вопрос. Можно тут, наверное, выскочить как-то. Попытаться. Техника вроде должна позволять нам это сделать. О, а нет, все еще едет на пятой. Я думал, все, уже сдох. Продолжает дубасить. Но сейчас точно сдохнет. Да. Ну отлично. Да, резина, конечно, стандартная, топ здесь на нем. Как и на Мазе. Как и на Ярике. Принять. Модуль геолога разведки. И куда его? Неужели сюда же? Пипец. Ну это только на Ярике тянуть его. Да, прикольно. Ладно, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока.